В этой игре, которая уже много лет сохраняет свою популярность, могут соревноваться люди любого возраста. И, конечно, ею увлекается молодежь. Это игра «Что, где, когда». Успешно прошел ее первый этап в открытом чемпионате юношеской и высшей лиг Славянского района. Умение быстро и нестандартно мыслить, широкий кругозор и начитанность – все эти качества должны быть у настоящих молодых интеллектуалов, которых немало в нашем муниципалитете. Они участвуют в играх «Что, где, когда», состязаясь со своими ровесниками. В зале Славянского дома молодежи собрались команды из 10 школ муниципалитета, чтобы выяснить, кто сильнейший. Мы очень рады принять участие в игре «Что, где, когда». Наша школа принимает участие, мы все собрались, чтобы победить, и пусть победит умнейший. Один из лучших способов, чтобы развить навыки эрудиции, сообразительности и коллективной умственной работы, это играть в «Что, где, когда». В команде с названием «Золотые дети» из 16-й школы есть немало задумок, как хорошо сыграть в любимой игре. В этом чемпионате мы участвуем второй год подряд в этом же составе. В прошлом году мы заняли призовое место и надеемся, что в этом году нам также повезет. Будем очень стараться. Участие принимать очень интересно, тем более в этом году мы впервые собрались в таком составе в Доме молодежи. Для победы важно не только иметь какие-то определенные знания, но также сплоченный коллектив, дружный, чтобы думали в первую очередь быстро. Проверяли не только свои знания, но также смекалку, потому что вопросы непростые. На 30 нелегких вопросов отвечали 10 команд школьников юношеской лиги и позднее столько же команд студентов высшей лиги. Игра проходила в свободной, раскрепощенной обстановке с элементами импровизации. Ответить на сложные вопросы после быстрого и продуктивного обсуждения – это очень интересно и захватывающе. По итогам первого этапа открытого чемпионата юношеской и высшей лиг по игре «Что, где, когда» в юношеской лиге победила команда «Золотые дети» из 16-й школы, на втором месте «Вагон идей» из Анастасиевской 28-й школы, на третьем «Облагодетельственные» из Петровской 29-й школы. В высшей лиге первенствовала команда «Пифагоры», на втором месте «Ума Палата», на третьем «Калибри», все из филиала Кубанского госуниверситета в Славянске-на-Кубани. Команды, занявшие первые и вторые места в лигах, будут представлять Славянский район и приглашены на зональный этап краевого чемпионата по игре «Что, где, когда». Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».